Пятигорске состоялось открытие Северокавказского молодежного форума «Машук-2013». В форуме, который пройдет в два этапа, принимает участие более 2000 человек из всех регионов Северного Кавказа. Представлены также Краснодарские, Красноярские края, Волгоградская, Ленинградская, Кировская и Тверская области. Азербайджан, Армения, Украина, Чехия, Эстония, Южная Осетия. Самое деятельное и непосредственное участие в форуме принимает духовенство Пятигорской епархии. В Пятигорске продолжается Северокавказский форум молодежи «Машук-2013». Участниками форума стали представители России, Абхазии, Южной Осетии, Белоруссии и Украины. Как и в прежние годы, на территории форума оборудован шатер-часовня, где постоянно дежурят священники Пятигорской и Черкесской епархии. По приглашению организаторов состоялась встреча молодежи с епископом Пятигорским и Черкесским Феофилактом на тему «Как провести молодость с толком и пользой». В Священном Писании Ветхого Завета есть такие замечательные слова, где пророк обращается к молодому человеку. «Веселись, юноша, в юности твоей, — говорит он, — и ходи по стопам заповедей сердца твоего, продолжает он. Здесь бы поставить точку, но пророк еще и продолжил это предложение. Во второй части встречи епископ Феофилакт ответил на многочисленные вопросы молодежи.